А я уже сделал очень доску, она получилась гладко, с этой стороны красиво. Вот, ну и такие дно, чтобы она, ну, поганейше ездила вот так вот. Вот она вот так, вот погано так ездить, обычно тоже, ну, хорошо так ездить, за погано ездить, поздали, за хорошо. Сейчас буду пробовать на ней резать яблоко, вот. Нормально режу. Я еще за кадром покрыл специальной, ну, штукой, чтобы, ну, ничего не было страшного, если это такие пятна. Ну, вода. Сейчас буду еще банан резать. Вот. Нарезаю. Вот. Нормально так режу. Почти этих. Ну, пошкрябил от ножа. Ну, почти нема. Будет лежать дерево, дуб. Ну, хорошая доска. Я вначале видел, хотел ее продать, но продумал. Она получилась красиво и хорошая. Сейчас попробую еще нарезать колбасу. Ну, почти порезал, я это указал, не остается. Хорошая доска получилась. Ничего, видео я хотел продать, но сейчас уже не хочу. А, я еще приделал такую штуку, чтобы цеплять и вот так вот. И чтобы ее так вот цеплять. А, все можно вот так вот использовать. Носить немного что-то вот так вот, ну, крепко держится. Такие вот видео получилось. Если понравилось видео, то ставьте лайки. Подписывайтесь с колокольчиком, пишите комментарии.